Сегодня о подготовке региона к форуму на заседании оргкомитета в Москве рассказал Вениамин Кондратьев. Губернатор отметил, что создана рабочая группа по организации деятельности волонтеров. Отобрано 230 добровольцев. В Сочи, по словам губернатора, разработана концепция размещения участников. Также к середине мая планируется завершить работы по оформлению улиц, аэропорта и вокзала в стилистике саммита. Форум будет посвящен 20-летию отношений России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.